Всем привет! Сегодня мы будем слушать Славу Марлоу, бизнес-вумен. Главное, вумен написано. Ой, смешнотка. Ну ладно, давайте узнаем. Нам не подходят ваши условия. Мы разрываем контракт. Она бизнесмен из Москвы. Вы хотите подписать рекламный контракт? Хорошо, я подпишу. Но только вашей кровью. Я никогда не видел бизнес-вумен жизни. Видел только в зарубежных фильмах. Я ничего не смыслю в бизнесе. Но в девчонках что-то смыслю. Контракт на миллионы, это просто фитнес. Сумка Прада, каблуки, по кофе на пыль. Потерял позив, мировой кризис. Рынок большой, но ты акция на вырос. Она меня не любит, не спросит, как ты. Она любит контракты, она любит бабки. Она меня не любит, не спросит, как ты. Она любит контракты, она любит бабки. Она любит бабки. Весело. Она бизнес-вумен из Москвы. На ней сидят строгие очки. Она бизнес-вумен из Москвы. Он считает цифры. Дай мне свои циферки. Она бизнес-вумен из Москвы. Считай цифры, дай мне свои циферки. Что только не делает мужчина ради женщин любимых, да? Вот этот трек про это. Ну, не знаю. Я говорил, что у него там с музыкой может быть неплохо. И клип, в принципе, тоже. Шапочка мне понравилась. Славы. И это было видно, что он так это стебется, но не знаю. Все-таки для того, чтобы хорошо быть хорошим рэпером, нужно что-то еще. А пока что, мне кажется, у Славы этого нет. Но талант у него есть, поэтому у него все впереди. Всем пока. Мне не очень, кстати, понравилось.